Привет, друзья! Сейчас в тренде наравне с гомункулами различные желейные колы, шоколадные, каких только нет. И я подумал и решил, а чем же я хуже? Сегодня мы с вами сделаем вот такую вот крутую колу и фанту сюрпризом. Не правда ли круто? Поехали! Что же нам понадобится? ММДМС или какой-нибудь другой наполнитель, конфеты, мармелад, все что угодно. Шоколад. На одну бутылку две плитки. Ну и конечно же, кола, фанта, спрайт, все что захотите. Первым делом нам необходимо опустошить наши бутылки. Можете выпить содержимое, можете просто вылить. Далее хорошенько промываем наши бутылочки и оставляем сохнуть. Берем глубокие тарелки и разламываем туда наши дольки шоколада. Нам необходимо растопить его на водяной бане. Для этого берем кастрюльку, наливаем туда немного воды и ставим на плиту. Как только вода нагреется, ставим наши тарелки с шоколадом. Доводим наш шоколад до однородного состояния. Далее переливаем шоколад в бутылку любым удобным для нас способом. Можете ложкой, можете через воронку. Вот после этого начинается самый ответственный момент. Вы должны равномерно распределить весь шоколад по бутылке. Просто крутите ее потихоньку под наклоном в течение минут 5. Ну а дальше ставим в морозилку, желательно часов на 5. One eternity later. Что ж, пришло время достать наши напитки из морозилки и наполнить ММДМСом, конфетами, чем угодно. Экспериментируйте. Свои варианты пишите в комментариях, чем бы вы наполнили. Ну а дальше самое сложное. Необходимо острым ножом, желательно канцелярским, разрезать пластиковую бутылку. Делать это нужно и быстро, чтобы шоколад не растаял в руках, и аккуратно. Вот что получилось у меня. Я, конечно, тот еще криворук, но подобная концепция поломанных бутылок смотрится тоже очень даже ничего. Ну что ж, пробуйте, удивляйте своих близких, делитесь видео с друзьями, посоревнуйтесь с ними, у кого круче получится шоколадная кола сюрпризом. Ставь лайк и подписывайся на канал. Дальше будет интересней. До скорой встречи!